Друзья, всем привет! С вами компания Fusion Technology. Меня зовут Левон. И сегодня хотел бы вам рассказать о текстуре LCF-016D. Она метровой ширины. И особенность этой текстуры в том, что она стоит всего 140 рублей за погонный метр. Другие же текстуры такой ширины стоят около 300. У этой текстуры есть небольшая особенность. Через промежутки примерно 35-40 сантиметров есть небольшие непрокрасы. То есть по-другому их можно назвать, ошибка в матрице произошла. То есть их очень сложно заметить, но на небольших деталях этого не будет видно. То есть их можно будет обойти. Эта текстура очень хорошо подойдет, чтобы отточить свои навыки, натренироваться, так как она большая, очень много деталей можно на этой текстуре на площади отпечатать. И что у нее один из главных больших плюсов, это, конечно же, цена. 140 рублей за погонный метр, я считаю, это очень интересная, приятная цена будет. В нашем случае, то есть вот эти точки, то есть не прорисована текстура, но их очень легко обойти. То есть детали средних размеров можно здесь отпечатать. На некоторых базах, таких как апатия, серебро, их просто будет не видно. Настройки данной текстуры стандартные, это 2,5 минуты выдержка пленки на воде. Настройки активатора также стандартные, это 2,5 оборота подачи материала и 1 бар давления воздуха. Текстура очень приятная в работе, не капризная. Видим то, что пленка растворилась, она эластичная. Вот наши образцы, апатия и белая база. И вот такой вот у нас получился результат. Дальше, после печати для разнообразия, мы притонируем наши образцы в разные оттенки. В данном случае зеленый кэнди концентрат, точнее зеленый лайм.